красота-то какая, лепота. Кому памятник? Цару Константину. Царю Константину памятник. Да. Говори, ты хорошо историю рассказываешь? От 312 года до 2012 года. Это тебе сколько ниш, старый город? А, это... 2000 года, почти 2000. Вот это сколько ниш, ого, какой. Вот так вот. У меня муж хорошо историю это знает. Император Константин, он родился у Найс. А раньше ниш назывался Найс. Да. Все правильно. Вот сейчас мы пойдем туда. Это самое. Вот туда муж показал, сейчас мы сходим туда в крепость. Так, здравствуйте, дорогие любители нашего канала. Ну, что-то буду вас приветствовать, что-то не буду. Сейчас идем по большой такой красивой площади. Мы будем с вами сейчас посещать вот эту, видите за мной? Мы пройдемся вот эту красивую, кто она, крепость, господи, забыла слово. Красивая крепость, которая еще была построена при Османской империи, когда Турция была, когда сербы были под Турцией. Так что, я думаю, будет что-то очень-очень интересное и очень-очень запоминающееся. Так, вот она крепость. Заходим. Салам. Салам автомобилем. Это сзади. Саям. А, Саям. Ну, извините. У меня все время проблема с латиницей. Будем вход интересный, исторический, современный. Тут же исторические крепости, тут же современные магазинчики. Ух ты! Ух ты, какие мавкуи! Я же не могу пройти мимо. Вы знаете, какая красота! Это вообще... Или в такой музей сходить. Зайдем посмотрим. Сказали свободно. Ну, если свободно, то нам подходит. Зайдем посмотрим. Ух ты, тут платье. Ух ты. Интересно. Вот смотрите, Digital музей. Это что, зайка, здесь? Просто людей показывают или что? Что-то абстракция. Не знаю. Платье. Может, мода? Это, может, музей моды? Я даже не знаю, что это такое. Посмотрите. Вы посмотрите, какая красота. Ну да, какая-то абстракция, смотрите. Картины, конечно, шикарные. Театр, что ли, что-то такое вот. Да, театр. Это костюмы для театра, скорее всего. Да, сэр? Это костюмы, которые для театра. И вот, наверное, спектакли, которые были. Здесь вот показаны. Вообще интересно. Но здесь, конечно, мрачноватым. Чуть-чуть отсвечивает вам, потому что
Вот это вот непонятные три дамы. А нет, или мужчина один. Ну, очень интересно, скажите. Не, вроде дамы, а муж мужчины. Я понимаю, да, это костюмы театральные. И, наверное, какие постановки были. То есть, вижу, видите, такие вот более... 19-й, какой 20-й век, старинные. Мои смотрят, тут еще эскизы, я так понимаю, платьев. Ну, такой-то музей, мастерской театральный. Ну, смотрите, какая прелесть. Да-да-да, вот они, смотрите, актеры. Сербские актеры. Потому что в нише есть театр. Я вам уже показывала, мы проходили его. Ух ты, знаете, какой корсет оригинальный. Вот такой вот небольшой музей. Бесплатный, можете посетить, кому интересно. Почитать, посмотреть костюмы. Вот здесь эскизы, все, в каких играли. Картины очень интересные. Ну вот по-быстренькому. Да, актеры вот. Ну это вот если вам интересна культура, сербская культура, кино, театра. Вот посмотрите, какие постановки. «Сон в летнюю ночь». Видите, «Сон в летнюю ночь». Так, это Шекспира ставили. Ох. Ну... Вот такой небольшой. Но мне понравилось. Прошлись быстренько. Но впечатление оставляет. Вот еще один антички термы. А, термы, бани. Бани, скорее всего, это были бани. Сейчас пройдемся, посмотрим, может, с той стороны можно будет эти бани увидеть. Или сюда спуститься. Видите, термические бани были здесь. Не знаю, это виноград или что, какое-то дерево странное. Сейчас туда пройдемся, посмотрим. Мои вообще идут, им пофиг. Ага, все, муж место нашел хорошее, откуда можно все нам увидеть с вами. Вот. Смотрите. Хорошее место, все видно. Как вам? Общественные бани. Так, еще одна часть. Скульптура Милан. А, ну вот этот князь, освободивший Ниш от Османской империи, от турецкого гнета в 1877 году. Вот ему памятник. Мои вот тут вот на этой коряге фотографировались. Тоже интересное дерево. Дорогие мои, скажите, вообще что это? А что это? На елочку похоже? Или это просто их так посрезали? Ну, интересно. Очень-очень интересно. Да, уже памятник мы сфотографировали. Мы посмотрели. Это термобани были. Мы тоже посмотрели. С подписчиками. Вот давайте вам сверху еще вот так. Смотрите, как красиво. Не знаю, это, наверное, задний двор был, да, и вот выходили в термобане. Так, смотрите, здесь и детская площадка дальше, какое-то большое поле. А мы идем вот к тому, так сказать, заведению.
пойдем посмотрим, что там. Дорогие мои, надеюсь, вам тоже интересно и любопытно, как и мне. Ну, дышится здесь хорошо, здесь можно гулять. Опять же, повторяюсь, вход бесплатный. Доехали, пришли, кто рядом здесь живет, наверное, гуляют. Если бы, говорю, жили мы рядом, я бы каждый день ходила бы и гуляла. Ну, это то же самое, как Калимигдан. В Белграде, как Петровардирская, да, по-моему, как она правильно произносится, в Новом Саде. Так и сюда. О, это, наверное, буковки какие-то. Или что-то в этом роде. Сейчас мы с вами посмотрим.